Йоу, сап, бойс, с вами Мастхэт, и у нас наконец-то вышло что-то новенькое, что-то интересное. Здесь мы можем видеть фит Джарахова, Тилекса, Биг Рашн Босса, Пимпа, ДК, Моргенштерна и группы Хлеб на одном треке. И трек называется Гена Букин. Давайте посмотрим, что будет. Мне даже интересно самому. Little Big Production. Мне меняться надо, но, пожалуй, завтра сейчас как-то впадло. Говорят, бельдарка, тебе пора стать постарше, перестань играться. Мне всегда 17, и как бы ни звучало странно, пацан, пора отрываться, не отрываясь от дивана. Дел, как обычно, столько много, но заняться нечем. Я снова заливаюсь, вот к нахуй мою песню. Неплохо. Что исправлю все, и так до бесконечности мужик в теле ребенка, будто Таня в оберечной. Там мой фикс, бэк в колесе, мой мир разрушен, я колесей. Уже не важно, кто что скажет, Если было море пива, я б дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Трахнуть целую гору женщин, это было бы идеально. Но я немножко застенчив и ложусь под одеяло. Три пива залпом, это хет-трип. Жена и дети, это бэт-трип. Рапорт тела, хо, фейк, щит. Соседка бесит, сука, эй, бич. Если она полена, мне не круто. Не подойду на метр к этой суке. Так, как много здесь отсылок к счастливым вместе, это же просто пиздец. Мой стиль жизни — это Гена Букин, you know. Я на диване в повседневном луке. Мой лайфстайл — это Гена Букин. Бит прикольный, под прямую бочку. Брюки, чтобы было куда всунуть руки. Отложу все дела, но потом буду целый день лежать на полу, как ворон. Но я не буду въебать нас. Ведь я даже ночью за монитором с набитым топ. Я забил на работу, забил на учебу, каждый день как субботу. И прикинь, как не похуй, что я как-то раз уборюсь, это трижды в ворот. Если пою котлеты в стриптиз клубе, там повсюду курины. Тилекса чуть послабее парт. Эти суки просят мой бургер. Самый лучший праздник, когда с друзьями и без вас. Когда есть что тратить, когда только получил свой зарплат. Меня так много, я несчастлив вместе. Могу строить срач на ровном месте. Я поножок пить, так было с детства. Поэтому мой рэп дохуя весь. Ну ты понял, короче. Нам все можно на концертах, смело открываем ротики, эй. Не, здесь надо было чуть пободрее на вот эту часть битла навалить. Ну-ка, босс. Босс и пем. Мама сказала однажды, никогда не бросай друзей в беде. Для твоей бич команда А, она нам все делает без Б. Джарахов, спасибо за рецепт. Угощаю всех пиздюля кебабом. Ты просто лох вступил в клуб, и теперь постоянно без бабы. Кожаный мяч во рту твоей тёлки, я победитель турниров. Если не в бизнесе, то я скорее всего где-то зритель стриптиза. Нахуй всех, дай мне сиськи большие, как клюв Фокси в профиль. Хасл Хат снова в доме, МСМ их как Робин Бонни. Да, я и мои огромные деньги, мы счастливы вместе. В кармане котлета на пару часов. Прикольно, вот босс молодец. Хватит на месяц. Кто король стиля? Я каждый день гардероб обновляю. У модных МС две брендовых вещи, они не снимают их и воняют. Ты, суки, на мне хай, как Гена Букин. На мне Гуччи Мэнни сделал хит, как Метро Бумин. Снял твою бич, как отель на Booking.com. Пим тоже хорош. Слышь, панк, сит даун. Если говорить о твоей суке, да, я был там. Если говорить о Хасл Харде, мы все как один живем. Так что нам должны поставить памятник, сука. Дикий на битах, сука, пидоры в бегах. В рэпе не был никогда, как депутат. Бля, вот это круто. Мой рэп молодой, педофил. По ночам палю по думе, ведь я сбил режим. Мы тут крутим шпиля, как хэппи мил. Твоя сука тут орёт, как будто табакин. Держу палец на пульсе. Ютуб рэд, значит ютуб мусорнулся. Сколько, допустим, рэпа на русском. Ёбаные блогеры лезут тузу. Нож достать, только попроси. Мой папа сдох, ведь мой папа псих. Не мороси, это гэнгстер щит. Читаешь рэп, как градмастер биты. Нету пила, ви патрон. Твоя сука, сука, ведь ты барон. Поднял куш на реселе Луи Витон. Так и погибну двухэтажный хотеющий продавцов. Ты не топит, ты топит, топорно парадок. Запомни мои топит, такого тупого только дай бог. Сын, похуй на дом, ты коли вышел из колоды. Слышь, сколько ты понял, бабосов на продаже обуви. Велес бухи, каждый палец в ухо, в штаны, руку. Я Гена Букин, нажимай на кнопку пульта. Блин, это пока прикольно. Ну все, пацаны, погнали на. Эй, я будто Гена Букин, сука. Я не мою руки, не пойду к твой подруг. Братана, тупая сука, ставлю дуру на колени. Полены, я не делаю движений. Мне лень, бля, меня ты просто болен. Ты по, не болен, сука, да ты полный ноль. Блять, это очень круто. Не
Это такой огромный лонгмикс, как был констракт у Booking Machine. Мужчин, блядь, Booking Machine. И там тоже пиздато было. Вот там ты слушаешь парт каждый. И, ну, есть парты послабее, есть посильнее. Но в целом круто. И здесь точно так же. Здесь все мне понравились. Ну, T-Lex не особо сделал круто, но там тоже были годные панчи и годные строчки. Больше всех мне зашел, наверное, Босс и Пимп, потом ДК, потом Джарахов, Моргенштерн и еще Хлеб сейчас послушаем. Клан, шутки про пердеж, принеси нам лям. Ты крутой рыбак, твоя соска, вау. У нее большая жопа, но вместо лица. Даба-даба-даба-даба-даба-даба-бэп. Словно из УЗИ палю, и это моя тест. Ты бы никогда не смог зачитать такой текст. Твой язык запутался, зову тебя Мальбек. Популярен, как Федук, но как ЛДжей богат. Могу себе позволить три зуба, как у Шнурова. Блин, ну Сань, соберись уже, а? Ты сказал, что я отсосу. Следи за тем, что ты пишешь в Твиттер. Ведь я найду тебя и правда отсосу. И что ты тогда скажешь, а, пивер? Иди отсюда. А чё? Вокруг меня модели, они высшие сорты. Их киски свежие, как дикий лосось. Нужен бифер и пирог, так давай иди сюда. Я раскрою твою жопу и насру туда. Генобукин ставил мне запариваться. Что это, блядь? Это посторонние или что? Я проливаю свет. Даже Гуф бросил колодца от Джарахов. Нет. А сколько, вот я не посчитал, сколько раз бит поменялся? Смена бита была как минимум 3 раза, может даже 4. Это круто. Это реально на респект. Чё так шумно-то у вас? А вы кто? Я? Я ваш новый сосед. Ну, тогда прошу к столу. Прикольно. Не, это здорово в натуре. Улица Кликлаковская. Короче, это мега пиздата. Ну-ка, что тут сейчас еще? Ну, я понял, в чем там фишка. Короче, Лукас, это просто гениально, блядь. Здесь, вот если, ну, я все-таки выскажу, кто лучше, кто хуже. Босс и Пимп, я думаю, на первом месте. Либо ДК. Ну, вот, Босс, Пимп, ДК, это первое-второе место. Я не могу сказать, кто лучше. Потом идет Джарахов. Потом Моргенштерн. Потом T-Lex, потом Хлеб. Но Хлеб — это не значит, что прям сделали все хуёво или что-то еще. Нет. Хлеб сделали тоже на прикольном уровне. Тут просто чуть-чуть более-менее слабый парт. Мне не понравилось, что, ну, там была какая-то постерония в типа «Слава КПСС» стайл. И все. Так это все очень здорово. Напишите в комментариях, что вы думаете. Также подпишитесь на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте, на мой ВК, все ссылки в описании. Что вы еще-то можете сделать? Надо подумать. А, можете написать в комментариях, что мне еще посмотреть. А так, я думаю, буду с вами прощаться. Тут аннотация сейчас... Не аннотация, а как конечные заставки, вот. Выплывает уже, а я ухожу. Давайте, goodbye.